Китайская валюта официально вошла в состав резервных валют корзины спецправзаимствования. Юань становится третьей по значимости денежной единицей после доллара и евро. На долю уже RMB приходится более 10% корзины. Британский фунт стерлингов, японская иена имеют меньшее представительство. По мнению руководства МВФ, такой расклад указывает на реальную ситуацию в мировой экономике, в которой все большую роль играет Китай. Это важный шаг в процессе интеграции китайской экономики в мировую финансовую и валютную систему. Включение юаня отражает прогресс, достигнутый в реформировании Китая, его денежно-кредитной, валютной и финансовой систем. Это признание успехов, достигнутых в области либерализации и совершенствования инфраструктуры финансовых рынков.